Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А сегодня я зашла в новый проект. Называется Sifta Mining, где нам при регистрации дают бонус $20 и за видеообзор до 30 или $30. Как-то так. Значит, как я сказала, уже дают бонус. Сами тут можете перевести и все прочесть. Вот под 1,8%. Стартер $20. Минимальная сумма. Но здесь вот и еще тарифные планы, как бы это уже сами посмотрите. По поводу регистрации, значит, что у нас здесь? Вводим свое имя, username, логин, email, повтор имейла, пароль, повтор пароля. И что здесь нужно сделать? Вписать секретное слово, это уже сами секретный вопрос, вернее, создать и на него ответ. Это нам надо будет, как я поняла, при регистрации. И платежные реквизиты все вписать. Все, что здесь есть, все надо заполнить. Ставим галочку, нажимаем «Регистр». На почту вам придет письмо с регистрационными вашими данными. И пройдете по ссылочке, ну и залогинитесь и зайдете в кабинет. Есть служба поддержки, как мы видим, можно задавать вопросы. Вот мне пишут, могут мне чем-нибудь помочь или что там. Вот, значит, что по умолчанию сразу стоит на депозите $20, они уже в работе. Значит, и давайте по вкладочкам пройдемся. Тут, в принципе, и нет ничего. Так, сделать депозит нам не надо, у нас бонус. Ваши депозиты, как я уже сказала, под 1,8% в сутки. Стоят на 364 дня. Вот они. Так, и процент 1,8. Ну и здесь вот другие депозиты, вот тарифные планы. Значит, изымать, так, история заработка пустая, история рефералов тоже. Изымать у нас здесь будут прописаны все наши платежные реквизиты. Вот они у меня прописаны. Так, зелено доступно. И это в ожидании. Далее что? История изъятия. Ваши рефералы. Пусто. Реферальные ссылочки. Наша партнерская ссылочка находится. И баннер. Вот это наша партнерская ссылочка. Вот. И ниже приведены баннеры. Так, и что еще? Давайте зайдем в вопросы-ответы. Как я сказала, уже минимальный вывод $10. И что еще здесь? Могу ли я внести депозит непосредственно с баланса своего аккаунта? Да, можно. Тут прочтете. Это тоже все нужно изучить. Так, и в новостях вот написано, что старт был 6 мая. Вот 6 мая. Проект стартовал. Так, и по поводу, еще хочу сказать, видеообзора. Для тех, кто записывает свои видеоролики, вот здесь адрес электронной почты. Мы на этот адрес посылаем ссылочку на свой видеообзор по проекту. И после проверки, после того, как они проверят, нам, по идее, должны начислить бонус. То ли $30, то ли до $30. Ну, как-то так. Посмотрим. И присутствуют социальные сети. Facebook, Twitter, Google и YouTube. Я думаю, что вот в Facebook должен быть присутствовать админ. Не знаю, посмотрим. Вот. Я еще никуда не вступала, это все потом. Ну что, в принципе, как-то так все рассказала. Вот. Ну, сами тут посмотрите. Халяву мы все любим, а по поводу вывода уже будем там смотреть и проверять на вывод. Пока еще рано об этом говорить. Ну, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Пока-пока.